Всем большой привет! Сегодня хочу предложить вам несколько вариантов салатов на праздничный стол. Основной ингредиент салата – это филе индейки, которое я нарезаю на кусочки приблизительно 150 грамм. Слегка отбиваю. Далее филе нужно обжарить с двух сторон. Делать я это буду с помощью листов для жарки маги с прованскими травами. Далее нарезаю его на небольшие кусочки. Нарезаем пекинскую капусту. Лук нарезаю полукольцами. Огурец также нарежу полукольцами. Болгарский перец нарезаю соломкой. Также в салат я добавлю немного оливок. Добавляем сухарики и можно перемешивать. При подаче заправляю легким йогуртом и присыпаю натертым сыром. Такой салат получается яркий, легкий и невероятно вкусный. Он станет прекрасным украшением любого праздничного стола. Для начала отварные яйца натираем на мелкой терке. Сюда же на мелкой терке натираем сыр. Через пресс выдавливаем чеснок. Слегка подсаливаем, перчим по вкусу. Заправляем майонезом и перемешиваем. Берем крабовую палочку, разворачиваем, начиняем начинкой и снова заворачиваем. Из заполненных палочек собираем салат в виде домика. Первый ряд кладем 6 палочек. Промазываем сырной массой. В следующий ряд кладем 5 палочек. Снова промазываем сырной массой. И теперь бока домика засыпаем сыром, натертым на мелкой терке. По желанию можно украсить зеленью. Я украсила листьями салата. Вот такая красота у нас получается. Все, можно подавать к столу. Для начала нарезаем шампиньоны. Мелко нарезаем лук. На разогретой сковороде обжариваем лук до золотистого цвета. Как только лук поджарился, добавляем грибы. Грибы у нас практически готовы. Подсаливаем и жарим еще буквально 1 минуту. Все, снимаем с плиты. Мелко нарезаем отварные яйца. Мелко нарезаем копченую куриную грудку. Грибы остыли, и их можно добавлять в салат. Осталось только натереть на крупной терке сыр. Заправляем майонезом и перемешиваем. Выкладываем на тарелку небольшой горкой. Для украшения я буду использовать свежий огурец. Такой салат получается сытный и очень вкусный. Рецепты, как вы поняли, простые и из доступных продуктов. Пробуйте, готовьте. Ну а я, как всегда, желаю вам приятного аппетита. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал. Ну и всем пока-пока!